157 час. Elder Scrolls 3 Morrowind. Так, обсерваторию зачищаем. Где-то бегает. Куда убежал, придурок? Блин, ничего не вижу. У меня еще солнце светит в окно, зараза. Не, есть какие-то заклинания подсветки. Я просто не знаю, как оно называется. Если я сейчас буду искать это заклинание... Не знаю, сколько буду искать его. Какие-то заклинания подсветки точно есть. Свет. Но это на удаленную цель. Ладно, не буду искать это заклинание. Классома. А, я отсюда пришел. Ракс Либерны, вот этот главный чувак. Секреты анимункули двемеров. Мне кажется, это может быть вполне квестовой книгой. Слушайте, мне кажется, это квестовая книга. Давайте заберем. Секреты анимункули двемеров. Надо записать. Книга. Секреты анимункули двемеров. Забрал. Все, возвращаемся сдавать квест. Я сейчас попробую. Ну, я думаю, тут бесполезно пытаться в храм вернуться. Скорее всего, я вернусь не в Молокмар. Но давайте попробуем. Я сохранился. Вмешательство Алимсивии.
О, я в Молокмар вернулся, супер. Ты очистил Голом Деус от вампиров? Раксли Берна мертв, он больше не будет терзать земли Вандерфелла. Вы заслужили великий почет в храме. Тарер Ротелот поблагодарил меня за убийство вампира Раксли Берны во имя трибунала. Повышение. Храм оценил вас по заслугам, Фористеризейшн. Теперь вы предвидящий. Задание. У меня больше нет поручений для тебя. Попробуй поговорить с Тульсом Валином в Альдруне. Или с Уволарен в Призрачных Вратах. Кстати, Уволарен в Призрачных Вратах. Я вот не помню, кто. Кто из них может мне квест дать? Тульс Валин в Альдруне или Уволарен в Призрачных Вратах? Ну что, давайте я попробую сейчас в Альдрун заглянуть. Вам не хватает энергии. Мне повезло, я могу. Попробуй в Альдруне. Как дела? Так, и попробуй сейчас вот здесь вот выспаться сперва. Зараза, он поворачивается в эту сторону. Мне кровать нужно найти. Впечатляет. Тебе идет. Я услышала вас. Очень рад знакомству. Вернись от меня. Так, сейчас попробую его отвернуть, поспать. Как дела? Ой, чё, я что-то спер, что мне вообще не нужно. Что я там взял? Подушку. Так, все, я выспался, возвращаемся. Попробую в Альдрун заглянуть. Ну, если вам что-нибудь понадобится. Если он квестов не дает. Я с радостью помогу. Если он квестов не дает, значит, к Призрачным Вратам надо идти за следующим квестом храма. Просто хочется побыстрее завершить все квесты храма. Привело тебя в храм. Обязанности. Один темный культ занимается самым гнусным из всех искусств всего лишь в 2 часах отсюда, в пещере Хасура. В Хасура есть темный культ. Иди в Хасур и сверши над лидером этого культа Дагод Фавоном справедливость трибунала. Чтобы добраться до Хасура, отправляйся в Балмору, а оттуда иди на восток к форту легиона Лунной Бабочки. Когда войдешь в Фояда Мамел, иди на юг. Тульц Валин попросил меня исследовать темный культ в Хасуре. Чтобы добраться туда, мне придется идти на восток. На восток. Из Балморы, мимо форта Лунной Бабочки и Фояда Мамея. Мне нужно идти по Фояде на юг до упора. Что такое Фояда Мамея? Будем этот квест делать прямо сейчас? Блин, если бы я знал, что такое Фояда Маймия. Нет, этот квест в этом части точно делать не будем. Надо его записать. Вернее, записывать его тоже пока не надо. Так. Каким квестом дальше займемся? Тель Бранора, Верхняя Башня. Предлагается отправиться... Так, в Тельбрануре я еще не был ни разу. Давайте Тельбрануру изучим.
Это, наверное, один из последних, если вообще не самый последний город, который я еще не изучал. Да, отправляемся в Тель-Баранору из Молагмара. Из Молагмара. А в Молагмар можно попасть на Силстрайдере, да? Подождите. Значит, из Альдуруна в Балмору, да? Получается. Где этот чувак? Так, из Балморы в Суран. А из Сурана, соответственно, в Молагмар. Куда хотите? Так, и вот из Молагмара идем пешком в Тель-Баранору. Последний еще город, который я не посещал. Наверное. Надо было запас стрел пополнить в Балмаре, раз уж я был. Теперь уже поздно. Где вот эти руины, и раз я их увидел, то, наверное, их тоже надо, по идее, обследовать. Ну, давайте обследуем эти руины, раз я их теперь встречал. Почему нет? Мне не больно. Я думаю, надо подремонтировать снаряжение. Так, кто это такой? Дрингейт. Заинтерарис. Сейчас какое-то знакомое название. Такое ощущение, как будто меня сюда уже когда-то отправлялись. Что-то я слышал Заинтерарис. Здесь прольется твоя кровь. Чудо не произошло, напали.
Так, меня то ли парализовало, то ли что? А, у меня силы отняли. Исправим. Так, мне уже сказали правильно, что чтобы предмет, если тут какой-то квест, чтобы предметы вместе с трупом не исчезли, надо их доставать с трупа. Вроде ничего квестового я не увидел. Ой-ой-ой-ой-ой. О, и смотрите, игра меня вернула туда, откуда я провалился. Это здорово. У игры хватает ума исправлять свои ошибки. Туненгор. Приготовься к смерти. Давненько я таких воплей в игре не слышал. Это слишком просто. Все получается, да? Так, продолжаем двигаться к Тельбраноре. Самым, что ни на есть, кратчайшим путем напрямую. О, какая-то пещера. Яичная шахта. Яичная шахта Эретамус Сеннаму. Обследуем. Шахта явно дикая, не культивируется людьми. Ничего интересного в этой шахте нету.
Тельбранора уже близко. Давайте отдохнем. Дальше уже хождением по воде. Так, вот Тельбранора показалось. Честно, честно дошел туда пешком. Хотя мог воспользоваться лодкой. Это доки Тельбранора, а я корабельщик. Услуги. Пищу и жилье можно получить в трактире Сетандус. Гален Беррер продает доспехи и оружие. В башне живут чародей, алхимик, меч ночи и монах. Из дома Тельвани, разумеется. Еще пару человек в деревне занимаются обучением. Тельбранора, башня госпожи Тараны. Руины Балфел находятся далеко на западе, через залив. Это древние доидрические руины Даэдра. Корабли идут к Абенгарду, Вивику, Молагмару и Садритмора. Ближайшее поселение Молагмар, на севере полуострова. Пищу и жилье можно получить. Так, это я читал. Мори и Неллас. Да, леди и бродяга. Я слышал, что их любовь сильнее день ото дня. Барды слагают об этом песни. А, это помните, та девка с парнем. Ну, девка там с разбойником влюбилась. Лачуга Эрвайн и Хлерву. Не бойся, чужеземец, мы не кусаемся. Здесь, в Тельбраноре, мы кусаем только дураков. Я Эрвин и Хлерву, что я могу для вас сделать? Я охотник. Кто-то особенный. В деревне Лорайна Сетан заправляет трактиром сетанов. Гален Беррер, кузнец и оружейник. Фадейс Сельвайн, торговка. Госпожа Тарана в башне, наша леди-колдунья. Дерваса Ведас, ее первая помощница. А Альтмер Моллимо из Клаудреста, капитан ее стражи. Атрерайна Долен, тельванская конкурентка госпожи Тарана, устроила лагерь рядом с деревней. Лачуга Герона Манаса. Очень рад знакомству. Где остальные? Такой юрки, зараза. Попал. Так, ну значит в башню надо идти, да? А, вот это, по-моему, конкурентка, да, которая лагерь разбила. Тререйна Долен. Я уверена,
Можно спросить это у кого-нибудь еще. У меня есть для тебя маленький совет, чужеземец. Не вмешивайтесь в то, что вас не касается. Это между мной и Тараной. Мне не нужна помощь. Так, давайте ее убедим. С помощью подкупа улучшим настроение. И я думаю, она даст нам квест. Так, Тарана. Ты найдешь ее в комнате Тараны в верхней башне. Самый простой путь попасть туда — это через северный вход в верхнюю башню. Тебе придется лететь в любом направлении. Нижний уровень очень запутан, поэтому начни со входа в верхнюю башню. Когда окажешься внутри, иди вниз, затем сразу же поверни налево, иди вверх по коридору в комнату с двумя дверьми, которые ведут в комнату Тараны. Войди в любую дверь и лети вверх. Комната Таран находится в центре. Ой, блин, уже напугало. Ненавижу лабиринты. У нее какие-то, видите, разборки с волшебницей. Торговка. Кстати, а что мне нужно в Тельбранури сделать? Я же сюда пришел по квесту, по идее. А, украсть посох для Хилент. Это квест гильдии воров, очень давно, который я получил. Так, вот тут вот стрелами надо поживиться. Только для этого ее надо отвлечь. Она, кстати, не смотрит. Сейчас я утащу эти стрелы. Как жизнь? Зараза, она в мою сторону повернулась. Так, вот вроде отвернулась. Хватайте его! Мне нужны стрелы, у меня стрел нету. Хочешь что-то сказать? Серебряные стрелы. Звездочки не буду брать. Спер стрелы, все, со стрелами проблем нет. Дом Эвоса Горана. Кстати, в Тельбраноре, кроме как посох спереть, в принципе, больше ничего не надо, да? Да, ничего не надо. Обычный обыватель. Осторожней. Трактир Ситан.
должен сказать, в данный момент ты меня очень интересуешь. Продолжай. Стеклянный длинный меч без присмотра лежит. Но для меня это уже теперь шмотки не особо ценные. Ой, что я делаю? О, ваш навык безопасность вырос до 100. То есть из спортивного интереса мне можно больше не вскрывать сундуки. Я уже прокачался. Вернее, не из спортивного интереса, а для прокачки, так сказать. Навык безопасность до 100 у меня. Так, трактир посетил. Какой-то из домов я так и не посетил. Вот этот, что ли? Да, вот здесь я вроде не был. Может быть, и ничего. Или нет, я у него был. Нет, не был. Нижняя башня, аванпост башни, верхняя башня, оружейник. Давайте оружейник посетим. Очень рад знакомству. Так, ну давайте начнем с нижней башни. Или нет, или я еще не все здания смотрел. Идите дальше. Вы все одинаковые. Какой-то квестовый чувак. Малимо из Клаудреста. Чужеземец, хочешь заработать немного золота? Позаботься о Трерайне Долен для меня. Он такая зануда, но госпожа Терана не позволит мне покинуть башню, чтобы позаботиться о ней. Не позволяя ее головорезам одурачить себя. Их доспехи впечатляют, но сами они довольно слабы. Убей Трерайну Долен, и я заплачу тебе 1000 золотых. Мулиму из Клаудреста предлагает мне 1000 золотом. За убийство Трерайны Долен. А это кто такая Трерайна Долен? Глава? Чувиха? Ну-ка. Не знаю, кто такая Трерайна Долен. И надо ли ее вообще убивать? Что держит тебя? Ты хочешь получить свое золото, не так ли? Убей Трерайну Долен, я заплачу тебе 1000 золотом.
Я даже не знаю, кто такой Тарайна Долейн. Это не та баба, которая стоит вон лагерем. Чужестранцы достали. Так, нижняя башня. А может быть с аванпоста начать? Давайте с аванпоста. Осторожней. Дарвас Ведас. Я слушаю, что вам нужно. Да? Что я могу сделать для тебя? Мне вы здесь не нужны. Смотрела вам пост, вроде ничего интересного. Давайте нижняя башня. Только там был вход пониже, в эту нижнюю башню. Давайте вот с этого. С этого входа начнем. Дренисти Тельвон. Я думаю, что вы вор, потому что вы украли мое сердце. Темница башни. На нас напали! Как в какой-то игре, да, играли? На нас напали! Помню, в какой. На сердце. А, ну это шлем ранений какой-то. Дешевенький. Все? Это вся пещера? Как обычно, она совсем небольшая. Возможно, какой-то квест был. Могли бы мне дать, чтобы я убил этого чувака. Но я сюда раньше пришел. Грамота земля подходит. Мы приветствуем вас.
Кстати, тут, видите, левитацией можно наверх залететь. Блин, забор мешает. Я перелетел. Сырас Гавос. Так, ну что, нижнюю башню я, получается, осмотрел. Да. Значит, надо в верхнюю лететь. Так, а выкрасть посох для Хелент. Надо у Филена Мариона. У меня нету магии. Мне где-то надо отдохнуть, поспать. А негде. А, ну у меня же есть амулет левитации, точно. Так, верхняя башня. Меня пугали, что здесь все очень запутано. Очень бы не хотелось. Приставайте к кому-нибудь еще. Так, это выход в нижнюю башню. Подождите, а разве можно из верхней в нижнюю попасть? О, нет! Я провалился вниз. Да, можно. Откуда я пришел? Значит, только сюда. Мертизи Андавель. Какой-то раны, погнали. Я чувствую, что кто-то за мной наблюдает. Филен Марион, вот у него оставьте надо... Оставьте меня. Вот у него посох надо выкрасть. Поэтому давайте вот сейчас прямо его и выкрадем. Вот он.
Эбонитовый посох Филена. Тебе конец. Так, секунду. Он меня спалил. А спалил он меня, потому что я левитирую и, соответственно, присесть не могу, спрятаться. Вот почему. Проходи, ничтожество. Вызов крылатого сумрака, золотого святоша. Я, кстати, даже вызов золотого святоша могу освоить, прикиньте. Прикольно. Так, ну пока у меня левитация действует, я его обокрасть не смогу. Блин, сколько ж тут народу. Так, левитация прекратила действовать. Сейчас будем красить посох. Что сегодня купим? Так, спер посох. Собственно, квест, ради которого я перегружен. Слушайте, я правда перегружен. А с какого перепугу-то? А, посох тяжелый. Че ж выбросить тогда? Придется от чего-то отказаться. Ну, от тяжелых стрел придется отказаться. 14 стрел мне надо выложить. Ну, 15 пускай будет. Ну теперь, ну я полностью теперь под завязку загружен. От посоха надо будет как можно быстрее избавляться. Атлетика выросла до 95. Ты рано. Ах, ну сколько можно? Уходи. Зачем ты здесь? Ты хочешь отправиться кормить пауков? Так, давайте сразу войдем к ней в доверие с помощью подкупа. Да блин, ты будешь брать деньги, нет? Так, все. Нереварин? Это новая пьеса? Мне нравятся пьесы. Тирана. А, да. Тирана? Да, да, конечно. Друг? Розар. Что вы хотите? Вы хотите отпустить Розар? Нет, убежать невозможно. Но это ее раб, причем голый. Но мех прикрывает. Волчица и королева волчица 4 читал. О, она книги сжигает, зараза такая, смотрите. Это же кощунственно. Сжечь книги. Не, только не вниз. Чужестранцы достали. Кстати, давайте попробуем втихарца поспать. Ой, что я взял? Подушку, что ли, опять спер? Нечаянно. Все, поспал, чувствую себя прекрасно. Так, если вот вниз прыгнуть, интересно, может быть, новый какой-то локация будет. Вам эта земля подходит. Мы приветствуем вас. Мой выбор товаров вас поразит. Здесь я уже был, по-моему, да? Здесь я был. Подождите, мой выбор товаров? А, заклинание я у него покупал. Так, в общем, то, зачем я пришел, это выкрасть посох. Я выкрал. Теперь мне, у меня просили убить какую-то террару Трерайн. Это, по-моему, та баба, которая стоит лагерем возле... Очень рада знакомству.
Если это та баба, то в принципе, поскольку других квестов я никаких не нашел, то я ее убью, правда. Так, Мелиму из Трерайн и Долен. Это, наверное, та баба. Честно говоря, мне ее жалко даже убивать, потому что что она такого сделала-то? Вон она стоит. Да, это она. Очень рада знакомству. Ну, видите, с ней по-другому никак не договориться, поэтому придется грохнуть. Правда, я не знаю. Давайте, нет, давайте попробуем ее, чтобы она сама напала, потому что вдруг, если я ее грохну, то... У меня какие-нибудь проблемы будут. Это все решать. Конечно. Так, она сама напала. Тупица. Она сама напала, поэтому с чистой совестью всех убивает. Не так смешно, все смеют, кричат. Вот, собственно, и все. Может, у кого-нибудь стрелы? Если стрелы, я бы взял. Что, сдаем квест? То есть, получается, я сразу два квеста, получается, в Тельбраноре выполнил. С кражей посоха и вот с убийством. Проходи, вот этих вот несчастных. Идите дальше. А где тот чувак, который меня просил их убить? Молимо. Молимо. Так, ну он ходил где-то вот по таким вот... По этому серпантину ходил, но что-то теперь я его не вижу. Проходи, вот он, наверное. Давайте ближе к делу. Отлично, чужеземец. Я могу доложить своей госпоже, что Трерайн и Долен больше не помеха. Я упомяну твое имя. Наверное, это стоит того. Вот твое золото и моя благодарность. Трерайн и Долен убита мной, и мой Лимо из Клаудреста заплатил мне 1000 золотых. Так, значит, этот квест я выполнил. Теперь, значит, отправляемся в Садритмору. Я сдам этот, сдам квест с кражей посоха. Хелент. Через возврат делаем. Телепортимся в Садритмору. Добро пожаловать. Прошу, не стесняйся. Это большая честь. С удовольствием. Я напомню суть квеста. Квест для гильдии воров. Эбонитовый посох Филен. Большая Хелен сказала, что Филен Марион из Балфелла владеет зачарованным эбонитовым посохом, который неплохо было бы украсть. Вот, я украл посох. Я не знаю, почему написано в Балфеллах, если он в Тельбраноре был. Ты говорил, что хотел попробовать достать посох Филена Мариона. Удачно? Тебе удалось добыть посох. Великолепно. Знаешь что? Я дам тебе выбор. Я действительно не ожидала, что тебе удастся раздобыть его. То есть я не ожидала, что его вообще удастся раздобыть, если честно. Забирай его, если хочешь. А хочешь, я продам его и поделюсь с тобой прибылью. Что скажешь? Продать эту вещь. Я думаю, мне удастся продать его за хорошую цену. Вот, возьми. Будем считать, что это твоя доля. Хорошая работа, занятой.
Это кольцо тоже сможет тебе помочь. Оно помогает красть вещи на расстоянии. Мне понравилась твоя работа. Если у тебя есть какие-то долги, я найду того, кто позаботится об этом. Хорошая работа. Эбонитовый посох Филена доставлен Большой Хелент. Она дала мне 250 золотых. Мою долю, а также кольцо длинной руки, как вознаграждение за мои старания. Кольцо длинной руки. Поздравляю, Фарисерзешин, теперь вы заправила. Так, и следующее задание есть у нее? По-моему, это ее последнее было. Последнее задание было. Да. Работенка. У меня нет никаких заданий для тебя. Попробуй переговорить с сладкоголосой Хабаси в Балморе или Айнготом ювелиром в Альдруне. С этими, этих тоже выполнил. Если и у них ничего не будет для тебя, то сможешь обратиться к самому боссу, джентльмену Джину Стейси. Ищите его Вивик. Вы найдете его в задней комнате книжной лавки в квартале чужеземцев. Продолжим в следующем часе. Всем пока. Так здорово.